Елена Артамонова стала победителем в номинации «Доброе сердце» с проектом «Казачьи рейды милосердия». Реализация проекта предусматривает благотворительную деятельность по уходу за лежачими больными и одинокими пенсионерами, которые нуждаются в дополнительном внимании. В рамках этой инициативы казаки занимаются уборкой и ремонтом хозяйственных построек, покосом травы и чисткой колодцев. Евгений Кувалдин в номинации «Доброе сердце» победил с проектом «Одинцова Хелп». Главная цель организаторов – помощь детским домам, малоимущим гражданам, домам инвалидов и домам престарелых, а также коррекционным школам-интернатам. Сетевое сообщество «Одинцова Хелп» призывает людей объединяться и помогать тем, кто рядом.